Посмотри, в ручки возьми просто. Ягодки там. Целый стол. А тем временем мы переехали. Человек занимается готовкой уже. У нас готовится омлетик. Такой вид из окна. На соседний дом ночью видно прям. Если штор нет у соседей, кто что делает. Вот. Мы уже живем тут. Получается, спим третью ночь. Так, воскресенье, понедельник. Да, третью ночь сегодня спали. Спим вместе с Мишей. Его не стало пока переселять в отдельную комнату. Сразу спим на одной кровати. Эй, человек большой. Кто там? Кто там? У меня верхняя губа не растягивается. Потому что все обветрилось. Простуда и обветрилась. Это будущий кабинет. Здесь все в вещах, просто все. Я вот вчера хоть проход освободила к окошку. Здесь цветочки. Мишкино первое блюдо. Сам порезал банан, насыпал ягодок, наложил и залил все водой из кружки. Первый суп, да? Эй! Миш, ты хочешь это выпить теперь? Мишань, облился? Да. Ты теперь это хочешь выпить? Ты возьми стаканчик в руки, посмотри, что в нем. Посмотри, в ручки возьми просто. Ягодки там. Там. Бананчик там же? Здесь впервые готовлю омлет на пару. Теперь он пытается эти ягодки выловить оттуда. Миш, ну размерчик-то не тот размерчик. И сюда не подходит. Ой-ой, посмотрим, что за шляпка получилась. О! Ах, Миша горячо тут. Так, я думаю, он готов. Можно выключить. Написано, что должно быть вкусно. Там столько водички. Что такое? Посмотреть хочешь? Иди сюда. Санечка кушает уже. Целый стол. Ой, чайник кипит. У нас тут мега кухня просто. У нас есть плита. Микроволновка и мультиварка. И все. Больше нет ничего. Холодильника тоже нет. В этом беда. Так, я сейчас найду себе кофе. Миш, вкусный омлетик? Да. Да? Понравился тебе? Ты покушал его? Все? Мишаня, ты интереснее, чем елка? Да? Елка! Красивая? Да.
Да, мы сейчас с тобой ее расправим и нарядим. Игрушечки повесим на елку? Повесим игрушки на елку, красивые. Да. Да, давай сейчас сначала расправим елочку, а потом будем украшать. Мишка, красиво? Да, красиво. С первым днем зимы. А здесь вот такой срачевник. Что там? Огонечки? Да. Красивые? Красивые огонечки, Миш? Да. Да. А елочка тебе нравится? Миша помогал маме елочку наряжать? Да. Да. Сладкий мальчишка. В общем, вот как-то так. Такая красота. Мы вчера все-таки добили интернет. И теперь мы как нормальные люди с интернетом. Сейчас должен приехать курьер с Билайна, надо забрать приставку. Мишань, давай не будем уже снимать. Смотри, мы как красиво елочку с тобой нарядили. А если ты будешь тянуть, то елочка упадет. И она может на тебя упасть, и будет больно. И вон, смотри, там сколько игрушек еще.